занимаюсь бальными танцами с 3 лет. Мне они очень нравятся. Я хожу на занятия каждый день и очень люблю танцевать. Это самый лучший вид спорта. Ну, вообще, я сюда случайно попал, ну, как бы, по просьбе моей подруги, которая заняла платье на 2-е место. И, ну, пришлось заниматься танцами, а потом понравилось, и стал профессионально заниматься. А что понравилось? Объясните. Этот ритм, сам танцевальный, ну, и темпы тренировок. Ну, а вам что понравилось танцы? Мне понравилось все. Все образы девушек. Я считаю, что это помогает им стать более женственными, и сразу хочется показать себя на паркете, показать, какая ты есть. Мне нравятся бальные танцы тем, что в танце происходит органическое взаимодействие между партнером и партнершей. Это очень красиво, и как бы в жизни это не испытывает. Ну, вообще конкуренция была очень сильная, и мы не ожидали, что мы будем первые. Мы думали, что мы будем вторые или третьи. Мы были очень рады, когда узнали, что мы на первом месте. Мы очень благодарны нашим тренерам. Каждый раз интересно, ты каждый раз борешь себя и все время выступаешь лучше и лучше. Что сегодня было самым трудным? Или наоборот, самым таким легким, самым радостным? Я думаю, самый первый тур, он всегда самый тяжелый. Тогда надо настроиться без более-менее такой сильной разминки. Он был самый тяжелый первый тур. Мы боролись, да, за первое место. Просто с нами, да, танцуют наши друзья, которых мы очень давно знаем, поэтому отчасти это было обидно, что мы заняли первое место. Я когда вырасту, я не знаю, кем я еще хочу стать. Либо я буду великим танцором, либо я буду тренировать детей. Я буду заниматься танцами до старости. Хочу стать чемпионом мира. Цель, да, стать чемпионами своей страны. А для меня это не только цель быть лучшей, но и я хочу стать для себя, скажем так, другим человеком. Я хочу открыть себя в каких-то видах танцев, спорта.